Конкурс на лучший проект по благоустройству общественной территории проводится в три этапа. Первый этап в Ленинске-Кузнецком завершился 19 марта. Путем голосования, которое проходило на сайте администрации города, на платформе «Кузбасс онлайн» и с помощью анкетирования, жители выбрали объектом благоустройства территорию, которая граничит с городским парком культуры и отдыха. По первому этапу у нас голосование приняли 1800 человек. И 68% из этого количества проголосовали за парк имени Горького, прилегающую территорию к парку имени Горького. Я считаю, что это очень здорово и замечательно, что победила такая площадка, как городской парк, потому что хочется, чтобы в нашем городе было больше мест для отдыха с нашими ребятишками, потому что наши дети – это наше будущее. С 25 марта в городе стартовал второй этап голосования, в ходе которого ленинск-кузнечанам предстоит выбрать именно те мероприятия, которые горожане хотели бы реализовать на данной территории. По сути, это сбор заявок конкретных предложений. Устройство велосипедных дорожек, теневые навесы, уличная мебель, освещение, арт-объекты, ландшафтный дизайн и так далее. Всего в анкете 8 вопросов. Кроме того, что были предложены конкретные мероприятия, то есть жители могут самостоятельно предложить то или иное мероприятие, которое они хотели бы реализовать на данном общественном пространстве. И я вот сейчас, когда в анкете голосовала, смотрю, там отметила, что, конечно, замечательно было бы, чтобы там появилась веревочная площадка. Когда дети занимаются спортом, это наша здоровая нация, чтобы мы росли сильными и крепкими. Хотелось бы, чтобы там было больше ландшафтного дизайна, потому что озеленение города – это тоже экологическое воспитание и культура нашего подрастающего поколения. Чтобы было место для прогулок с семьей, чтобы могли приезжать туда люди пожилого возраста и просто прогуляться и в зимнее время, и в летнее время. Второй этап голосования продлится до конца апреля. Чтобы отметить перечень мероприятий, нужно зайти в рубрику «Ваше мнение» на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа и заполнить анкету. В случае победы на всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, разработанный проект благоустройства парка будет реализован в 2022 году. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.